что я говорю? А что это ты сказал? Вот сюда съедут. А, ну все, стой. Никакой не ударь. А я там бабочку вижу. За насекомой какая-то там обломанная. Ничего себе. Тут и цветочки сюда. Иди, Леночка, сюда. Иди, дядя Дима. Иди сюда. Подожди. Тут что за грязь открывает? Соня, открой воду и плесни мне на лбу. Лезь тихонько. Дядя Дима где? Там могили под землей. Там, конечно, где-то человек. Четыре могилы. А фамилия как? Смотри, родился в 875-го Борис Павлович Вигор. Умер 3 декабря 14-го от ран, полученных в бою под Львовом. Первая мировая война. Мир праху твоему, дорогой наш сын. Сын, родители поставили. Представляешь? А Борис Павлович Вигор. А это Модин. Вот сюда встань, здесь отсюда лучше видно. Вот такие специальные кресты, конечно, я там себе вкладываю. Смотри, у него в 914-м, больше 100 лет. Родители его ставили. Ну, кто-то раз... Ну, вот человек умер в 96-м, 98-м году. В 26-м году умер.